дюка, питон и анаконда – рептилии вида пидорас, которые кусают людей. Но опасные рептилии кобра и гадюка относятся к типу пидорас. Они паразиты с двумя глазами и нагревают свое тело на солнце. Это рептилии типа пидорас. Кобра, гадюка, питон и анаконда – рептилии вида пидорас, которые кусают людей. Но опасные рептилии кобра и гадюка относятся к типу пидорас. Они паразиты с двумя глазами и нагревают свое тело на солнце. Это рептилии типа пидорас.